Заселились мы вчера в гостиницу на 5-й этаж, такой номерочек. Такой вот вид из окна. Там внизу наши мотики стоят. Вон там виднеется кофр моего мота. Вот. Там вдалеке горы. Везде праздник. Что-то работает, что-то не работает. Улица Москва-Киев. Дашва Анжилов. Напротив нас здание. Все написано на кириллице, но по-монгольски. Такой вот душ, совместный санузел, то есть душ сразу с унитазом. Вот полотенчики здесь такие. Вода вонючая, неприятная, очень неприятная. И супер прикрученная крышка для унитаза. Шедевральная. Это у них там, наверное, это же еще надо было отверстие. Или они вручную эти отверстия под крышку крутили. Или... или, ну да, вот волос, ну как. Это нормально. Кран замотанный в полиэтилен. Ну, короче, так это. На уровне 2 звезд. Спать можно. Комплекс Чингисхана. Такая величественная статуя с музеем. О, какого-то мототоварища встретили. Местный, наверное, как-нибудь. Хотя похоже на туриста. Очень много туристов местных, которые приехали в честь праздника сюда. Ремонт, везде у них ремонт. Стоит подняться по лесенке. Ну, 1-й этаж мемориала Чингисхана. Здесь в основном сувенирные лавки, там фото, площадка. Вот такой 20-метровый сапожочек. И династия, наверное, Чингисхана. Каллиграфия монгольская. На нижнем этаже расположен музей, ну как бы монгольской, ну монгольской интерактивная по истории Монголии картинка. Рассказывают всю историю, отмечая, когда что было. Как по май, чуть-чуть, да? Нет. Это элементы, я так понимаю, ну, ремешочки всякие, наверное, пояса какие-то.
Здесь всевозможные пряжечки, ножи. Монгольские седла. Такие вот национальные монгольские седла. Ну, уздечки, в принципе. Да, это стремена. Да. Национальные монгольские инструменты. Какие-то шила. Ну, бечевки, веревки, это понятное дело. Да. Одна палка, два струна. Ну, тут какие-то вот такие сувенирные, наверное, игрушечки. Лошадки всякие. Опять же, седло. А это детское седло. Или, может быть, женское. Ну, скорее всего, детское седло. О, войлочная, прям такая вот из войлока под груда. Тоже седло какое-то, наверное, пастушечье. Сумка. Ну и опять же седла, курдюки всякие, сумки. Кисеты, трубочки национальные. Написано опять же по-монгольски. Тут, наверное, ермо какое-то, что ли. Ну, а это всякие там для травок, для всего, ну, по типу китайской фигни всякой. Картины. Здесь вот тоже кебеб-хаан. Тоже как, ну, это уже, наверное, что-то больше. Про божества и все такое прочее. То есть откуда образовался мир и все такое. И так далее, и тому подобное. Так, ну это уже, наверное, зал Чингисхана. Это, как я понимаю... А, это фотографии наскальной живописи. Вот. То есть там дракон не дракон, олень не олень. Здесь вот олень стопудово. Это, наверное, Чингисхан. Лук с наконечниками. Какие-то... Национальная одежда. Я так думаю, что это все-таки какая-то, наверное, женская национальная одежда. Отсвечивает немножко. Так вот попробуем. Вот. Вдова монгольская. Оружие. Опять же, с наконечниками, со всякими. Кольчуга воинов. Это быт. Ну, всякие мисочки. Ну, что бы еще не поставить для экспозиции. Вот, тоже национальный какой-то костюм. А, я так думаю, что... Ну, это мужской вроде бы. С такими вот сапожками. Вот так вот, с шапочкой. Фото монголов национальное. И украшения всякие разные.
Опять же, национальный костюм. Детские сапожонки. Взрослые сапожонки. Какие-то ножки маленькие, подъем высокий. Неужели у них такие лапки? Ну и здесь опять. Вот это вот уже бытовые, так сказать, приборы. Половники. Всякие мешалки. И тому подобное. Вот. Ну и завершается, или наоборот, начинается экспозиция с этого зала, со входа. Наверное, какие-то родственники Чингисхана. Я так думаю. Я в них не разбираюсь. Тут, конечно, все написано. Тут вот Чингисхан. Это Кубилай Хан. Это Туктемир Хан. Здесь показана вся Монголия. Тбилиси, Тибриз, Дербент. Ну тут не только Монголия. Хотя, да, получается, что когда-то где-то там была Монгольская империя, но порастеряли. Что-то тут получается, что Монгольская империя простиралась до самого Дальнего Востока нашего нынешнего. Северная Монголия, Южная Монголия. А это, наверное, я так понимаю, жены. Да. Жены правителей хана. Что-то они какие-то все на одно лицо. У них, наверное, выбирали из одной семьи. Хотя вот это вот другое лицо. Это больше похоже на китайскую принцессу. Шетбалханы Хатан. Деревянный конь. Деревянный всадник. Лошадь. Короче, лестница на эту смотровую площадку — это что-то узенькое, маленькое, высокое. Ой. И наверх чем выше, тем круче ступеньки. Вот. В Монголию ехать надо спортом сначала заняться. Сил. О, ну, по идее, последний мой же бросок, чтобы подняться на смотровую площадку.
крутые лесенки и такой вот узенький проход в одного человека. Монгольский прокат верблюдов, лошадок. Ну еще мне еле. Ну представь, с утра до вечера. Вот так вот вот ходить. Ну, встал и стоишь, блин, ничего не делаешь. Ага. А здесь, блин, поток. Только успевай. Сажай, отпускай. Блин, мужики, правда, наверное, тоже это. Старички вот эти. Ну как, пофигу. Ты представляешь, какой километраж они наматывают за целый день? Ой, а тут на машинах можно проехать. Ничего себе. Да, если бы там не поставили. А, не, даже отдыхают. Дают отдохнуть лошадкам. Вон, видишь, без седла стоят. Ну, пройду сейчас. Да, пусть. А, да что мне просто пройтись вот так вот? Маленькие верблюда. Какие-то они не крупные такие верблюды. Молодые, что ли. Горбики маленькие, но стоячие. Напугали бедного верблюдика. Что маленький, устал? Блин, пипец. Ну и фото орла с орлами. Бедные птички. Целый день сидеть. Ну, правда, тоже ведь вырабатывается инстинкт. Ай, ты бездорова. Гордые птички.